Привет всем, я Алексей Крискевич. Едем на Кубок Польши. Красивый городок Пищ. С яхточками, отелями, красивым озером. Вот. Едем вдвоем. Я со своей девушкой. Она за рулем. Пускай едет. Я отдыхаю. Научил ее ездить. Без прав едет. Никому не говорите. Вот. Ну, будет видно, как мы выступим, посмотрим, как поляки выступают. Очень хочется посмотреть вот на такой уже любительский уровень, а не такой, как Немиров, как вот сделают. Будет интересно. Ладно, все, всего хорошего. Будем смотреть дальше. Да, давай, провожай. Как он ест сметану. Привет. Ну, Мартин, рассказывай, как впечатление от первого дня? Селёдочка со сметаной. Кушаем вот после взвешивания. Добрались тяжело, погода плохая. Вот. Ну, уровень красивый будет, хороший. Как лучше, думаешь? Лучше даже. Лучше. В Беларуси такого никогда не было, правильно? Ну, это если ты постараешься. Ну вот будем это завтра посмотрим, как они сделают. И это уже понятно, что уровень. Вот покажем людям, как уровень. Вот тут Мартин вот так живет. Вот тут и вот девочка невидимая. Да. На, Мартин. Вот. Заходим. Это злотый кубок. Пушар польский. А тут белорусы. Мартин. Будет рвать всех поляков. Солнышко. Боишься поляков? Боишься? Ты боишься поляков? Что? Ты что? Ну что, Мартин, что ты скажешь про уровень? А, ну, в плане, ну, уровень спортсменов или уровень организации? Организации. По кругу так вот пройдись, увидеть. Ну а как ты вообще настрой твой? Как всегда, все классно. Заечка красавица моя. Ну? Все нормально. А? Порвешь всех? Постараешься. Я думаю, тут не сильная девочка будет, только Марлена. А если Марлену выиграешь, все за голову возьмутся, конечно, в Беларуси. И подумают, а, поляки. Osób po mało rozgrzewają się. Kolejny półfinał. Tym razem mężczyzn z 78 kilo. Przed Państwem Wybień z blisko. A przed Państwem 95 kilo. Finał tej kategorii, ręka prawa. Noton Kojda z Jobożno z lewej i Michał Wębliczki. Piaseczka z prawej strony stołu. Ale się złapali. Noton Kojda z Michał Wębliczki. No i wygrała mecz Michał. Michał przymyta. Ależ Noton pompował. A Michał, proszę bardzo, jak się trzyma. I pomaga sobie na ten skrzydłem. Teraz Michał zaatakował. I stanęły w miejscu, panie i panowie, niezwykła siła. Ależ! Drugi tak. I już się! Panie i panowie!
złapać. Trzymaj mocno paluchami, mocno palce! No! Ale szybko! Na łeb tylko na taksówkę. A tutaj nasz pochod polski. I jeszcze dawaj! Zaciśnij ten wyjątek! Ale ślata, jak szybszy na starcie. Głowa do pała. Do przodu i barkę! Do przodu! I fał. Едем по Польсце. Поедем сюда, к елочке. Привет. Смотрим, сколько времени. Так, сейчас мы наведем. Видно, да? Это в Польше 12:20. Ничего не работает. Ни магазин. Подъехали к дискотеке, где должна была быть. Все закрыто. Никто не хочет, короче. Тусовать, никто не тусует. В Беларуси до 6 утра в Минске. Тусили бы, а у нас вот такая херня. Но елочка нормальная, да? Польская дискотек! Видео! Ну что, солнышко, как соревнования? Красивое, да? Ну еще раз, браво!